Петербурге обсудят проблемы транспортной безопасности. Шестой международный форум, посвященный этой теме, начнется 6 апреля. В этот день в городе соберутся более 500 делегатов из 40 регионов России. Среди них депутаты Госдумы, представители МЧС, сотрудники Ространснадзора, МВД, ФСБ и прокуратуры. Эксперты обсудят проблему антитеррористической защищенности, а также вопросы снижения аварийности грузовых и гражданских перевозок по суше, воде и воздуху. Параллельно с круглыми столами деловая программа будет включать выставку новейшего оборудования в сфере безопасности.